Всем здрасте. И тут у нас такие новости шизофреников из Северной Кореи. В Северной Корее из зенитки расстреляли двух чиновников. Об этом, ссылаясь на газету Джонг Энг, пишет Bloomberg. Сообщается, что один из казненных занимал высокий пост в Министерстве образования, возможно, на уровне министра. Он был задержан за то, что задремал на совещании с участием северокорейского диктатора Ким Чен Ина и обвинен в коррупции. Другой расстрелянный чиновник Хван Мин занимал пост министра сельского хозяйства. Его казнили за отклонение от предложенного правительством проекта, что было воспринято как прямой вызов Ким Чен Ину. Ким Чен Ин провел серию казней с тех пор, как пришел к власти в 2011 году. Так наиболее показательной стала казнь дяди Ким Чен Ина Чан Сон Тхека. Еще около 50 чиновников, которых обвинили в просмотре южнокорейских телесериалов, были казнены в 2014 году. Также СМИ сообщали, что в мае этого же года был казнен министр обороны Хен Эн Чхоль за то, что задремал во время военного мероприятия. Вот такие вот делишки, ребятки. Вас скорее могут замочить как с куста за то, что вы задремали на каком-нибудь официальном мероприятии. Такая чуть-чуть шизофреническая личность Ким Чен Ин. Даже не чуть-чуть, а, наверное, совсем ужас какой-то.